Всем привет, Тули. Короче, решил я еще один видос сделать, завершающий. Он, наверное, будет называться «Последнее, блядь, убожество». Короче, вот я все-таки дошел до какого-то, блядь, поселения. У мужика хуй поймешь, какая-то корова с двумя, блядь, ёблами. И выращивает тут, блядь, пиздец, прям такой охуенный какой-то, блядь, крыжовник. Или что это такое? Хуй его знает, что это, блядь, вишенки какие-то висят на засохших, блядь, кустах. Ну, мы с ним тут базарим, слышим, ну ты, педрила, блядь, че нахуй, че почем, че ты, как ты тут живешь, нахуй? Да он говорит, все нормально, бля, ебать, у меня все охуенно, он лишь фермерством занимает, блядь, корова, нахуй, блядь, пиздатая, вырастил. Хотел две жопы, чтобы выросла, а выросло две головы, нахуй. Мясо, конечно, меньше, ну зато, блядь. Это туристы на вроде тебя он приходит, блядь. Ну, моя такая цирла такая. А, сука, а как ты мол насчет того, чтобы телочка там ебана в рот, жена, дети? О, да ну нахуй, я передергиваю надо затвор, он там за сараем. О, да, наверное, очень мило, блядь. Корову, наверное, свою пердолишь. Да, блядь, бывает, нахуй, еще присунувающий корове, блядь, какой-нибудь, блядь. Крысодроту, блядь. Всем фанатам Fallout'а извините, конечно, простите за столь такой жесткий, блядь, перевод и комментарий вообще к этому видео. А, бегу я куда-то, я бегу, а за мной, блядь, накрывает волной, тень такая хуярит идет, как будто меня, блядь, вот-вот настигнет какая-то туча и будет дождь, блядь, ебанет, нахуй. Вот она идет, хуй знает, здесь такие баги, блядь, вообще по игре, нахуй, хуй просышь, блядь. А, все сейчас, блядь, на читах, нахуй, все на модах, блядь, я как-то заходил, смотрел видосы от некоторых поцаков. Короче, кое-как я вот дошел до города. Все ставят читы, все на читах, блядь, никто не проходит эту игру просто так, она нахуй никому не нужна. Тут, значит, я набрел на каких-то пидорасов какой-то клан, блядь, или хуй его знает, что это такое, какая-то, блядь, группировка пидорасов, нахуй, которых я просто решил перехуярить, нахуй. Хуй его знает, ждать, когда они меня будут ебашить, тоже, это похуй. Вот, я чит один поставил на пробочке, ну, чтобы пробки тут не собирать, ну их нахуй. А вообще больше ничего такого я здесь не внедрял. А решил просто так сам по себе погонять, посмотреть, что да как. В результате, я хуй знает, говорят, блядь, там пиздец, нахуй. Фанаты просто, блядь, я не знаю, матерятся везде, в группах, блядь, везде, блядь, короче, на ютюбе, нахуй. Друг с другом грызутся, блядь, кто говорит, это просто шедевр, нахуй, очередной, блядь, просто от компании пизда, блядь. Короче, я называю пизда, блядь. Бесида пизда, нахуй. Бесизда, блядь. Короче, хуй его знает, выпустили точно такую же игру, которая была, блядь, до этого, нахуй. Fallout, и, блядь, там, и 3, нахуй, и New Vegas, блядь, одно и то же, нихуя не поменялось. Графа та же, движок тот же, движок какой-то убогий, блядь, с теми же, нахуй, тормозами. Это все не зависит вообще от компьютеров. Я думал, что у меня у одного такая хуйня. Нет, нихуя, это, короче, блядь, практически у... Нет, не у каждого второго, блядь, это... Короче, это я хуй знаю, очень много народу жалуются постоянно на все вот эти вот, блядь, какие-то зависания, залипания. У кого что, тоже проходит как-то, ну, не сквозь стены, ну да, у некоторых проходит сквозь стены без читов, без всяких, нахуй. Так, что мы зашли куда-то, блядь, в темноту, мы зашли в какое-то, о, неужели появилось здание, мы пришли в какое-то здание, тут какая-то миссия, что ли, я хуй его знает, миссия невыполнима. Мне на все это до пизды, я просто все хуярю, я никуда не собираюсь, блядь, вступать в какие-то организации, проходить тут какую-то сюжетку, просто полное говно, даже без записи видеороликов, без всякого напряга на компьютер, сделал всевозможные разрешения по игре, все, что надо убрал, все, что надо применил, сделал, короче, оптимизацию игры, и один хуй она залипает, просто, блядь, у нее какие-то, блядь, хуй его знает, на каких-то фрагментах игры она просто останавливается и тормозит. Я ничего не могу, не понимаю, блядь, хуй его знает, потом идет дальше. В общем, хуй просышь, нахуй. Как много сейчас выпускается игр, блядь, сначала выпустят с багами, лагами, потом начинают все это удалять, эти все фризы наконец-то заканчиваются после 10-го DLS. Ну, то есть дополнение, блядь. И, в общем, блядь, получается вот такая вот залупа. Уже где-нибудь через полгода, наверное, блядь. После того, как все это, нахуй, уже все прошли уже со всеми этими читами, хуями, блядь, модами, залупами. По игре так-то, ну, хуй его знает, можно было бы, если бы это был бы просто какой-нибудь экшен-проходиловка какая-нибудь, просто типа Call of Duty, можно было бы, нахуй, здесь упороться и просто заебенить, нахуй, вот как сейчас, я вот этих двоих ублюдков просто наебенить, нахуй, свинца в голову, нихуя тут вообще можно было бы нихуя не раздевать, не собирать, хотя это все надо на всех, блядь, тут смотреть, все это продавать, все шмотки, все забирать, блядь, зарабатывать крыжик, блядь, тут пиздец какая-то, нахуй, зомби-ферма, нахуй. Строить свой дом, короче, блядь, заниматься всякой ебатурией, разбирать всякие оружие гамовое, блядь, собирать что-то новое, что, блядь, какое-то улучшать, блядь, все эти автоматы, оружие, блядь, хуй знает сколько это пройдет времени по игре, это просто заебешься нахуй в говно. Игра, в общем, я хочу сказать сразу, блядь, игра уже, если играть на стадии вот
просто прохождение, развитие игрока, как вот это со всеми вот вытекающими, с дополнительными миссиями, какой их тут, по-моему, блядь, да ебени матери, нахуй, да жопа, а хули не собачить тут какую-нибудь хуйню, типа, принеси это, поди туда, блядь, заеби, нахуй, это, блядь, там, напои собаку, выеби там крысодрота какого-нибудь, там, нахуй. О, блядь, опять какие-то пидорасы, я вот него хуяли, ну похуй, короче, это, оказывается, свои же, блядь. То есть я тут заебенил всю их фракцию, нахуй, или что у них тут, блядь. Короче, всех отпиздил, нахуй. Они еще этому прохуяли, вон он весь в крови стоит, а ему похуй, короче, это мои, типа, друзья. Блядь, ублюдок, нахуй, вы, сука, когда передохните? Тише, блядь, детка, нахуй, сейчас мы тебя изнасилуем по очереди, нахуй. О, не советую, сучки, блядь, я вас сделаю, нахуй, всех, блядь, тут. Давай попробуем, у меня, знаешь, какой хер здоровый, блядь. Он у тебя не влезет полностью, нахуй. Сука, я подумаю, нахуй. Давай, подумай, блядь, чем нахуй здесь базарить, блядь. Давай-ка, сука, сначала, блядь, отфильтруй свой базар, нахуй. О, сори, извиняюсь, блядь. Но другое дело, нахуй. Все, что на жопу ты что-то нахуй напинал, блядь. Говна в уши, что-то стоит какой-то лазерной пушкой. О, сучка, ты мне нравишься, блядь. Может, останешься с нами, тут же какие-то предложения идут. О, да ладно, какой у нас симпатяга нашелся, блядь. Да-да, я красивее всех тут. Да я и смотрю, блядь, Ален Делон, нахуй, блядь. Брэд Питт. Да-да, я такой. Шел бы ты нахуй, пидрила, ладно, блядь. Вон нахуй нигера выеби. Потише нахуй. Что значит выеби нигера, нахуй? А ладно, сука, идите нахуй. Короче, вообще тут какой-то, блядь, базар, вокзал непонятный. Какие-то уебаны тут, фигурка, значит. Нахуй эта фигурка, как я посмотрел, по-моему, ничего не приносит, она, если только ее тоже продать, нахуй, заебучие пивные какие-то сраные крышки, блядь, обоссанные. Ебать! В общем, короче, я думал, что-то произойдет. Я думал, что здесь как-то, блядь, что-то поменяется, будет, наверное, какая-то невероятно крутая игра в том же духе апокалипсиса, блядь, тут вообще какие-то ковбойские штуки, нахуй, ну, всяко круче, чем вот эти там, не знаю, как-то Fallout 3, ну, блядь, там, всякое не получится, думаю, чем New Vegas, где эти какие-то голожопые бегают пидрилы, блядь, с перьями в башке, нахуй, которых хуй порасышь, блядь, они еще не убиваются, в общем, с 20 выстрелов. Тут я уже девахи одел какую-то поебень, нахуй, сраную. Оп, и вот мы уже в текстуре, блядь. Я тут побегал и решил, думаю, надо записать, нахуй, нихуя себе. То есть без всяких, нахуй, не думайте, что тут какие-то читы, что-нибудь еще моды стоят. Нет, ничего не стоит. Ничего не стоит, просто она, блядь, вообще сквозь решетку у меня вот она тут ходила. И такая вот поебень встречается, раз вышел куда-то, блядь. Хуй поймешь, собака он прошла. То есть вот такая вот залупа. И одни, значит, фанаты кричат, блядь, да вы что, ебанулись, это лучшее, что вообще было в этом году. О, встретился какой-то динозавр, в городе бегает какой-то мутант-динозавр, блядь, откуда они взялись, хуй его знает, ну ладно, хуй на него, короче, на этого динозавра. Постоянно, тут как-то кто-то говорит, графа, нету тут графики особо какой-то реальной, как некоторые говорят, где графон, да нет, графы вообще, блядь, в таких играх такого большого формата, как открытый мир, блядь, там обычно нету пиздата какой-то там охуенной графы, но здесь графика все в принципе прилично. Все прилично, ничего не скажу, блядь, нормально, все, ну меня лично устраивает, все так, ну нарисовано нормально, хорошо скажем так, блядь, прям отлично, но нормально, блядь. Вот стоит динозавр какой-то, непонятно вообще, что за динозавр, что за хуйня. Музыка, которая... Здесь два вида музыки. Это классическая, где играют, блядь, там на скрипках, блядь, пианино, хуина, блядь. И, блядь, радио, вот, видать, этого города, что ли. То есть там 60-е. А там джаз, хуяз, вот так вот всю игру. Я ебал, я удалил эту игру нахуй и забыл. Больше я Fallout никогда играть не буду. И вот у нас... Это, блядь, откуда... Это то, с чего и начиналось, в общем, с чего и начинался ролик. Вот такая вот хуйня, делайте, короче, сами для себя выводы, ну, блядь, в этот порожняк этот я гонять больше уже не буду. Ну и нахуй, это то же самое лучше, блядь, тот же сталкер погонять. Или, блядь, просто пойти погонять, нахуй, в сортире, блядь, своего лысого, нахуй. Все, всем пока. Извините, все фанаты, извините, игра просто охуенчик, блядь, вообще супер, блядь, пиздец, вот просто ништяк, нахуй. Всем удачи, все рубитесь, блядь, все будет круто, нахуй. На вкус, на цвет, товарищи, нет, каждому нравится, блядь, что нравится. Всем пока.